Сегодня ночью скончались двое работников ГКП Сужьесе. Они устраняли неполадки в КНС номер 12, расположенные на пересечении улиц Кадырова и Нурмакова. При неизвестных обстоятельствах двое рабочих получили отравление неизвестным веществом и скончались на месте. Одному было 65 лет, другому 54 года. По предварительным данным, рабочие находились без индивидуальных средств защиты. Обстоятельства гибели выясняются. Сегодня ночью произошел несчастный случай. Двое рабочих ГКП Сужьесе Юрубаев и Успанов при проведении ремонтных работ получили отравление неизвестным веществом и скончались на месте. КНС был заполнен жидкостью. Они находились без индивидуальных средств защиты. На место происшествия выехали 10 сотрудников и 2 техники ДЧС. Обстоятельства их гибели выясняются.